Всем привет, добро пожаловать на мой канал, с кем мы еще не знакомы. Меня зовут Алексей, и сегодня мы с вами листаем новый 13-й каталог компании Faberlic. Поэтому, если вам интересно, то оставайтесь со мной до конца, и всем приятного просмотра. Друзья, ну что, от слов к делу переходим сразу листать каталог. В общем, это у нас начало осени. Каталог будет действовать с 29 августа по 18 сентября. Вот такой вот будет он каталог. И давайте посмотрим, что у нас интересного здесь приготовили. На обложке у нас главные тренды наступающего сезона. Это коллаборация с известной международной компанией Faber-Castell. Во! Коллаборации мы любим, коллаборации. Так, я не приготовил странички, мне ручку надо. Вот, друзья, ну что, но я не буду сильно долго задерживаться на этой страничке. Двойной карандаш для лица 2819. Экопродукты — это сейчас тренд, поэтому все компании стараются как-то заманить покупателей. Ну, цена 2800 тенге за двойной карандашик. Интересно. Что еще интересно будет? Так, это у нас помада-карандаш 1879 тенге. И двойной карандаш для глаз 2350 тенге. Ну, вот для меня вот это вот цены, понимаете, это уже нормальные цены. 2000, 3000. Это нормально. Когда-то 500-600, теперь 2-3 тысячи. Это хорошо прям. Прям тепло. Вот, в общем, вот такая вот продукция. Новиночка. Вот. Будем ждать отзыв. Пишите, кто будет заказывать. Очень будет интересно. Делитесь своими впечатлениями. В общем, что у нас в этом каталоге? Я не буду, конечно, дочитать. Смотрите, сколько много. Вот. Будем двигаться дальше. Смотреть каталог. Я его, честно, уже, конечно, полистал. Потому что получил я его еще в субботу. Вот, и решил снимать в воскресенье, чтобы уже в понедельник вы начали эту неделю с нового каталога Faberlic. В общем, друзья, вот такие вот дела. Что-то мне кажется, как будто, слушайте, мне так какое ощущение, как будто каталог, смотрите, он как будто порезан какой-то, вот так вот он как будто домиком смотрится. Это, наверное, на камере не передать, это надо вживую его смотреть. Ну вот, да, так плохо видно. Если ручку приложить, да, он точно обрезан как-то. То ли это специально так сделано, то ли это нечаянно получилось. Так, что здесь интересного? Увлажняющая губная помада 1100 тенге. Ну, конечно, по помаде Faberlic рулит. Самая дешевая помада в Faberlic. Смотрите. Акция двухстороннее. Двухфазное средство для снятия макияжа. 939 тенге. Хорошая цена. Тушь 1800 и 2349 тенге. Выбирайте, заказывайте. Создавайте свою палитру. Мерцающая текстура. Кстати, в прошлом каталоге, но он еще действующий, друзья, до 28 числа. В действующем каталоге заказывайте вот эту палитру по очень низкой цене. Сейчас вот в новом каталоге, получается, будет уже обычная цена без такой вот акции. Можно будет заказать палеточку и 4 оттеночка всего лишь за 2300 тенге. Рекомендую. Подводка. Подводка для глаз жидкая. Смотрите, 1000 тенге. Тоже хорошая цена. Карандашик для бровей и 509 тенге. И карандашик для бровей 509 тенге. Ультратонкий карандаш для бровей 1400. А, вот этот карандашик 509 тенге с щеточкой. Классно. Бонус. Любая палетка для лица 3289 тенге. Ну, классно.
Бонусы мы любим. Мы любим, когда есть бонусы. Жидкая помада 1900. Помада 959 тенге. Прям хорошие цены. Увлажняющее тональное средство 1879 тенге. Подари коже здоровое сияние. 2249 тенге. Что-то я вот не помню. Такое ощущение, как будто здесь он дорого стоит. Как будто он все-таки... Ну, блин, но эта пудра вообще меня... Меня эта пудра покорила. Уже больше полугода я снимаю обзоры на Faberlic. И вот у них вот эта обложка, она не меняется никогда. Друзья, они ее просто из каталога в каталог перепечатывают. Ничего нового, цена вся та же. Ну, в общем, молодцы. Пудра классная. Уже самому мне захотелось. Вот. Вот такие дела. Праймер для ресниц. Господи, боже мой. Друзья, я листаю. Вы смотрите. Что-то комментирую, что-то не комментирую. Главное, что вы увидите одни из первых новый каталог. Керлер для ресниц. Мне как-то, не знаю, месяц назад, 2 месяца назад клиентка звонила, спрашивала, есть ли у меня Керлер. Я такой, глаз выпал, друзья, косметикой занимаюсь 15 лет и даже и не знал, как называется эта штука. Мне кажется, что это Керлер придумали название совсем недавно. Раньше называли просто, наверное, для завивки ресниц. Вот, ну еще я не знаю, кто сейчас эти вещи берет, потому что даже тушь стали брать хуже, потому что у всех нарощенные ресницы, брови, волосы, попы, тити, в общем, все нарощено. Это круто, это проще. Нарастили их и ходим. Так, философия эко. Ну вот еще есть продукты. Экопродукты. Формула каскадного увлажнения. Ну, цены приятно удивленные. Патчи, патчи, патчи. Вот, 3900, кстати, хорошая цена, потому что они обычно в каталоге стоят 4700, по-моему, да, сейчас в действующем, насколько я помню. Поэтому заказывайте. Цена хорошая. Кислородная пенящая маска для лица 2349 тенге. Я думал, это пеночка для умывания. Хит. Восстанавливающий активный спрей для лица. Так, здесь наборчики представлены, но очень хитро. Опять же, смотрите, на картинке три средства, а в наборе только дневной и ночной крем. Заказываете дневной и ночной, и приходит набор вот по этой цене. А вот здесь ночной крем, гель для кожи вокруг глаз. А, вот здесь вот так. Там так, там сяк, и короче, и никак. Уж ты какая двухсторонняя щетка для умывания. Прикольно. Биосия разработана во Франции. Я не помню, я просил дать комментарий по поводу вот этой линеечки. Девчонки, кто пользовался, напишите, пожалуйста, как вам вот эта линеечка. Очень интересно ваш отзыв, потому что цены недорогие, а кремов Вейва не стало меньше. Нету бюджетных кремов предложить людям. Да, вот я смотрю, сейчас столько много косметики для лица, что, наверное, косметические салоны уже не пользуются спросом. Если раньше только можно было в косметическом салоне сделать какой-то там, да,
чистку лица, что сейчас можно ее дома сделать, столько косметики, и причем такой действенной косметики. Поэтому... Ой, какие няшечные вещи, массажеры. Лучше на свете ничего нету, чем массажер. Для лица особенно. Доктор Корея. Серия для ухода за чувствительной кожей в любом возрасте. Восстанавливает целостность кожного барьера, успокаивает кожу. Ну, я так решил назвать. Доктор. Так. На основе 5 активных кислот ТТН плюс 50 возрастные крема. Подростковый корректор 4 в 1. Рекомендовано с 12 лет. Вот так вот такое тоже есть в барлейке. Чок-чоку, чок-чоку. Эффект влажного сияния кожи, вокруг которого в Корее построен настоящий культ красоты. Вот так вот. Интересно. Ой, задумался. Задумался, потерялся. Витамин С. Витамин С. Масочки для лица по акции. Хорошая акция. Приемлемая цена. Love. Это у нас уже уход за телом. Ну, тут еще и шампунь даже есть. Господи, боже мой. Шампуня в Фаберлике, конечно, море. Это что-то с чем-то. Детская линейка. Ну, это мы переходим с вами на страничку ароматов. Ароматы. Это, конечно, интересно. Ароматы. Кстати, смотрите. Мне писали, друзья, мне писали, просили, сделай. Леша, сделай обзоры на новые. На новые ароматы. Вот. Ну, нету такой, не было у меня такой возможности эти ароматы приобрести. Но вы всегда можете помочь и поддержать мой канал. Внизу есть ссылочка. Можно пожертвовать любую сумму. И если я насобираю, я обязательно буду заказывать больше продукции, чтобы ее тестировать и давать на нее отзывы. Бьюти кафе 4700. 4700. Ой. Хочу такую с такой помпой. Духи. Викинг. Викинг. Слушайте, он здесь 4700. По-моему, он 7000, да, стоит? Если я не ошибаюсь, то получается в этом каталоге он дешевле. Древесно-фруктовый аромат с холодными морскими. Слушайте, ну прям хочу его попробовать. Прям хочу его попробовать. Очень интересно. Ну, здесь без комментариев. Мой один из любимых ароматов Фаберлик. Ну, вот этот мне товаре почему-то не зашел. Почему-то не понравился. Вот так вот, друзья. Биосе. Ланцелотик. О, 3700. 59 тенге, хорошая цена. Рекомендую. Нравится мне.
Вот оно на меня, посмотрите, я им прям пользуюсь, а мне он очень нравится аромат. Я прям рекомендую его. Хит продаж, восьмой элемент, 3900 тенге. Фикс прайс, друзья. Такая фикс прайс цена в Фаберлике держится. Очень, конечно, приятно, что один из ходовых ароматов. И неприятно то, что очень редко он идет по какой-то вкусной прям цене. Вот тысяч за три бы, да, было бы шикарно. Но вот, к сожалению, видимо, настолько он ходовой, что компания жадничает делать такую вот скидку для представителей. Интересная новиночка. Вот я все на них смотрю, смотрю. Руки-то загребущие. Хочется. Ну а зачем мне, господи, я лезвие. У меня есть эйвенский станок. Я им изредка тоже пользуюсь. Но мне больше по душе лезвие, друзья. 100% натуральные эфирные масла. Арома Фаберлик. Так, здесь у нас каталог. Это мы, наверное, с вами до середины уже дошли, что каталог выпрямляется. Так, это у нас для полости рта. Любая зубная паста 769 тенге. Зубная нить 509 тенге. Хорошая цена. На зубную нить. Нано-пемза. Я все на нее смотрю и смотрю. На эту пемзу. Вот возьму ее и буду туда-сюда, туда-сюда. Кстати, у меня не такая уж и грубая кожа на ногах. Я регулярно пользуюсь спреем для ног. Кремами реже пользуюсь, но спреем прям регулярно. Красочка для волос 1339 тенге. Салонный уход. Шампуньки, сыворотки. В общем, средства для волос, друзья, пошли. Еще одна стойка крем-краска максимум цвета 1179 тенге. А что это у меня с резкостью? Все нормально? Вроде бы нормально. Теперь еще экологичнее. Ну вот все экологичнее, экологичнее. Скоро все будет 100% натуральные продукты. Только почему-то косметика уходит в натуральные продукты, а продукты питания, наоборот, уходят в искусственные продукты питания. Все меньше и меньше натуральных продуктов. Все что-то новое изобретают. Ничего святого у них нету. Линеечка морозка. Ой, морозка. Морожка. Конечно же, это морожка. А я ее все морозка да морозка. Ну, а почему бы и нет? Фен для волос, выпрямитель, господи, что такое, какая-то щетка электрическая, расческа-выпрямитель, вау, прикольно, поворотный на 360, шнур для удобства укладки, автовключение через 60 минут, мощность 70 ватт, прикольно, друзья, 14 тысяч, но помните, что можно всегда эту продукцию приобрести со скидкой. Для этого нужно зарегистрироваться. Об этом я вам расскажу в конце этого ролика. А пока будем двигаться дальше. Ути моя. Тоже моя любимая линеечка. Как же мне нравится. Нет, кстати, ничего из этого вообще не пользовался. Из этой бьюти-кафе линеечки. Но люблю на нее смотреть. Люблю на нее смотреть. Хочу заказать, знаете, что себе? Вот такую вот виходку. 1549 тенге. В Эйвоне, в принципе, такая же цена. Вот. И вот хочу такую виходочку, чтобы
Мне нравится сама по себе вот эта виходка. Не знаю, барлики. Но мне кажется, у всех оно, в принципе, одинакового качества. Все, наверное, делается из одного материала. Конечно, в магазине ее можно купить вообще за 300 тенге. В фикс-прайсе, по-моему, они, не знаю, 350 или 550 стоят в фикс-прайсе. Но зачем нам фикс-прайс, когда у нас есть Эйвон и Фаберлик? Кто-то мне как-то недавно на канале писал, что зачем так фанатеть по Эйвону, да? Да, господи, да мы не фанатеем. Для нас Эйвон и Фаберлик это тот же магазин, просто мы поменяли обычный магазин на магазин на диване, друзья. Поэтому мне нравится в Фаберлике заказывать продукцию для дома. Я с удовольствием беру и пробую. Ну, а почему бы и нет? Такая возможность есть. Со скидкой. Ну вот, продукты для здоровья. Смесь для приготовления детокс-смузи с клубникой. Вот все время тоже на нее смотрю. Тоже хочется вот этот детокс-смузи попробовать. Девчонки, пишите отзыв. Мне очень будет интересно от своих подписчиков узнать, кто пробовал, насколько вам нравится. Я знаю, что на Ютубе я могу, конечно, тоже найти блогеров, которые тоже дадут отзыв. Но мне интересно от вас, дорогие мои. От вас. Я знаю, что меня многие смотрят. Кто занимается Фаберлик. Поэтому напишите, пожалуйста, на отзыв на этот детокс. Я тоже себе тогда закажу. Я вот, например, себе заказал защиту. Защита желудка. Я просто увидел отзыв у моей знакомой блогера из России. И у меня у мамы удалили желчный пузырь. Господи, боже мой. Вот, удалили. И, в общем, у нее проблемы. И я решил для нее заказать вот этот вот защита желудка. И она в восторге, ей он очень нравится. Она теперь у меня постоянно его просит, когда подзаканчивается, закажи. Ну, и я себе его тоже заказал. Вот, у меня вот, в принципе, знаете, если регулярно его пить, то у меня проходит изжога. А так вот меня в последнее время замучила изжога. Я знаю, что это лучше изжогу, это лучше лечить, идти к врачу. Но я уже титики свои попытался полечить. И вот уже год хожу, скоро вообще без титик останусь. Поэтому боюсь, ну, блин, ну, иногда все равно надо идти к этим... К этим врачам, мучатам. Бады. Бады. Тоже очень много отзывов о этих бадах. Тоже хочу что-нибудь попробовать. Ну, прям не знаю я. Прям не знаю. Цены прям бери не хочу. Вот этот тоже мне рекомендуют приобрести. Особенно сейчас, когда... начинается холода, вирусные заболевания у нас начинаются, да. Мне тут рекомендуют приобрести вот этот имбирный напиток. Говорят, он работает как терафлю, знаете, вот порошковые, да, когда температуру мы сбиваем. Терафлю, тайлол. Вот я лично беру тайлол. Вот, и мне вот сказали, попробуй вот этот напиток взять. Обязательно его закажу. Стоит он, в принципе, недорого. 1689 тенге, ну еще и скидка будет. Вот, и здесь 14 порций у этого напитка. Надо попробовать. Кафе. Ну, кофе я, знаете, не особо-то люблю. Ну, как закончится, возможно, приобрету, попробую. Вот так вот, друзья. Вот такой вот... Девушка уснула. Девушка ушнула на колючках. О, боже мой, моя любимая посуда. Надо посмотреть. Надо посмотреть. Прям что-нибудь. А что у меня есть? Тут все. Сковородка у меня есть, сотейник есть. Кастрюля, вот не помню, есть ли у меня кастрюля. Скажите, пожалуйста, есть у меня кастрюля? Я не помню. Слушайте, на этот чайник я смотрю. Я, наверное, родителям приобрету здесь чайник. Потому что цена у него в этом каталоге просто классная. Сейчас в действующем он 15 тысяч стоит, а здесь 10. Но тут же еще будет скидка. Скидка. И я хочу прям попробовать его приобрести. Потому что в Эйвоне чайники, которые
я получил в Эйвоне в подарок уже несколько раз, они прям служат и служат и служат. До... Ой, блин! Ножи подешевели. А я брал дороже. Так, это что, новиночка какая-то? Портативный блендер. 15500. Ну, кстати, тоже, в принципе, такая нормальная цена для блендера. Друзья, я все-таки дорвался. Мне позвонили, сказали, точилочка была. Как, знаете, Faberlic тоже делает как-то интересно какие-то акции. Непонятно, где, как, когда и как искать. Ну, в общем, мне позвонили знакомые, кто занимается Faberlic, сказали, Леш, точилка прям по низкой цене 1500 тенге была. И плюс, минус скидка представителя, что-то она 1100 что ли мне обошлась. Вот, в общем, я приобрел эту точилку, еще не точил ножи. Но у меня есть два ножа Faberlic, поэтому... Теперь буду ей точить. Ну, такие вот. Тоже все время смотрел на эти спреи для цитрусовых. И все никак не могу разориться себе заказать. Прям хочется попробовать этот спрей. Ой, инструмент этот попробовать. Лимончик я люблю. Я люблю чай с лимоном. Просто обожаю. Так. Да, сейчас закончу обзор, пойду пить чай с лимоном. Точно, у меня есть лимон, буду пить чай с лимоном. Полотенце банное, 4900 со скидочкой. Ну вот я в Эйвоне приобрел, по Outlet'у была распродажа полотенчиков. Хотел еще заказать, клиенты просили. А уже нету, друзья, надо успевать. Так, ну что, косметика для дома. Я обожаю этот раздел Faberlic, потому что, уже говорил вам, пользуюсь и все, хочу попробовать кое-какие средства расширить кругозор. Вот, ну, средства для духовок и плит, кстати, цена хорошая, 840 тенге. Прям рекомендую, уже много лет заказываю, только им и... Боремся с плитой, с грязной. А в этот раз еще заказал себе средство для... сейчас у меня тоже... Я долгое время изменял, покупал средство в светофоре, друзья. Но в этот раз решил возобновить. И теперь опять беру средство Faberlic для посуды. Цены, кстати, ну на все здесь очень выгодные. Поэтому приобретайте. А, вот это я средство себе заказал. Она подходит для... Рекомендована для мытья холодильников и микроволновок. Я микроволновку запустил. И вы знаете, с первого раза хорошо отмылась, но не полностью. То есть надо второй раз еще повторить, и, наверное, со второго раза она отмоется полностью. В общем, классное средство, я в восторге. Вот, хочу еще попробовать вот это вот средство, моющее средство «Чистая кухня» для столешниц, фартуков. Ну, что-то я уже подобное заказывал и пользуюсь. Ну, стиральный порошок, возможно, тоже попробую, тоже все советуют мне. Перейди на стиральный порошок, и что тоже от Faberlic, не знаю. Прям. Вот на вот этот я спрей смотрю. Рефлейшер для одежды и тканей. Для ухода за рубашками, блузками, школьной формулой, платьями, шторами. Для освежения чистых вещей, которых долго хранятся в шкафу. Более 1000 распылений. Ну, не знаю, хочется прям тоже попробовать интересное средство. Но здесь тоже практически все брал. Салфетки. Решил в этот раз заказать салфетки. Теперь у меня уже эти салфетки с собой. Уже несколько раз они меня реально спасали. Когда мимо рта еда падала на одежду, сразу достаю и отмываю. Классная вещь. Тоже рекомендую. Так, ручной отпариватель, 18000 тенге. Ну вот, кстати, вот этот гель для стирки хочу попробовать, но жду, может быть, какая-то будет акция, скидочка, распродажа. Вот обязательно попробую,
Прям хочу. Почему-то я не знаю, мне гель для стирки больше нравится, чем порошок. Тоже взял себе вот этот вот, как он, золотую органу. Мне тоже насоветовали, взял. Уже скоро закончится, как закончатся пустые баночки, обязательно соберу и расскажу. А вот такую штуку тоже заказывал, но уже что-то она у меня куда-то упала в шкафу, и уже запаха я не слышу. А поначалу, вроде, первые несколько дней она пахла. Ну, в общем, бесполезная, по-моему, вещь. А, еще я заказал себе какой-то вот из этих средств моющих. Наверное, вот это вот. Не помню, надо посмотреть. Как-нибудь надо пройтись, сделать домашний влог и показать, рассказать все. Поэтому не помню. Так, акваспрей 609 тенге. Средства для ванны 800. Но я вам говорю, что в этом каталоге недорогие. Недорогие косметика для дома недорого. Поэтому рекомендую. Ну, здесь тряпочки. 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 Так. Кстати, уж были духи вот этой линейки, духи для стирки. И почему-то они пропали, больше не видать их. Надо спросить, может, они на сайте есть? Ну, не знаю. Одежечка. Ну, одежечка, я вам скажу, что Фаберлики не дешевенькая, так как сам занимаюсь одежечкой. Вот, ну, не знаю я. Кому-то, может, удобнее заказывать одежку Фаберлики. Ну вот, белье я себе заказывал. Не спорю, мне белье нравится, но в этот раз собираюсь опять ехать за одеждой. И, наверное, все-таки себе там на барахолке, как у нас, ну, кто не кто казахстанец, тот меня поймет. Наверное, многие знают знаменитую барахолку в Алма-Ате. Там целый город. Ну, в общем, я себе там куплю белье. Носки я уже давно там беру пачками, недорого. Вот, и, наверное, белье тоже там возьму себе. Потому что я возьму турецкие боксеры. Себестоимость где-то будет 1100 тенге, 1200 тенге. У нас они в магазине стоят 2,5, 2,700. А здесь вообще 3,700. Поэтому экономить надо. Где-то на чем-то экономить надо, друзья. Вот. Будем экономить на белье. Ой, но вы не экономьте. Вы не экономьте, покупайте белье. Дорогое, только дорогое, качественное, хорошее белье. Слушайте, это кого-то она мне напоминает, какую-то актрису, что ли. Прям очень сильно лицо ее мне напоминает какую-то актрису. Даже вот не скажу. Нет, по-моему, за это зарубежную актрису. Ладно. Как будто, знаете, вот кто смотрел «Игру престолов»? Вот там была королева-то, которая... забыл, как ее зовут. Белобрыса. Вот мне кажется, вот она прям на нее очень сильно похожа. Сарсея, по-моему, вот. Одежда для мужчин. Толстовка. Рубашка. Ну и последние странички, как обычно. Какая-то скидочка, распродажечка. Давайте посмотрим, что здесь есть. Тушь для ресниц 939 тенге. Помада 840. Для губ и ногтей. В общем, блеск. Угу. Блеск и шик. Аромания.
Романе 1409 тенге. Ну вот, кстати, тоже еще буквально недавно они стоили по 1000, да? По 900 можно было приобрести. Все-таки и Фаберлики тоже цены немножечко все равно подняли. Так же, как и вот на вот эти ароматы, еще буквально недавно, помню, были обзоры, они стоили со скидкой 1400, а сейчас они, получается, 1549 тенге. Гель для душа 509. Ой, смотрите, Деспирадо появился маленький. Маленький Деспирадо. Вот что мне нравится в Фаберлике, то что на многие ароматы у них есть вот такие вот мини-ароматы. Это очень классно. Где он? Вот он. Он очень классно. Можно взять себе вот такой аромат за 1500 тенге, попробовать, не понравится. Ну, как-то ладно. Понравится, потом уже за большой версией бежать. Поэтому это респект, конечно, большой. Ну и крема для ухода за лицом. Здесь, смотрите, если берете два продукта, то желтый ценник. Обычно красный ценник, а тут желтый ценник. Вербена. Возраст — это только цифра. Красота и ухоженность доступна всем. Это правда, друзья. Это правда. У меня вот многие, когда со мной знакомятся, удивляются, что я в свои... А сколько мне лет? 40, свои 42 года я выгляжу на все 25, наверное. Поэтому ухаживайте за собой. В этом ничего постыдного нету. Это очень круто, это очень клево. Все хотят оставаться очень долго молодыми. Поэтому это факт. Ботаника. О, со скидочкой. Прям смешные цены, да, для бюджетных кремов. Это прям скидка скидочкой. Ну что, друзья, ну вот уже почти конец каталога. Крем для ног 419, а крем для рук 469 тенге. Тоже вот буквально недавно на этих страничках скидочных крема стоили 369 тенге. Сейчас уже 469 тенге. Ну, дорожает все неизбежно. Шампуньки 400 миллилитров по 769 тенге. Хорошая цена. Цена очень хорошая. Ну вот еще такие вот есть. Маска пудинг, шампунь, йогурт. Гели для душа 619 тенге. Тоже вот на этих страничках эти гели для душа стоили 419-450 тенге. Сейчас уже 619. Как-то так. Ой, Витамания крема для рук 469 тенге. Ну, кстати, вот кусковое мыло 359 тенге. Хорошая цена, потому что оно в последнее время было дороже на 100 тенге. И вот в этом каталоге, пожалуйста, для любителей. Я люблю жидкое мыло с дозатором, неудобно. Кусковое вообще уже 100 лет не брал. О, друзья, вот в принципе и все. Вот, в принципе, и все. Вот такой вот получился у нас с вами обзор. Слушайте, мне каталог понравился. А мне каталог понравился. Вот смотрите, я про что говорил. Вы видите, он не ровен, он обрезан как-то странно. Ну что, друзья, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. В заключении хочу сказать, что у меня будет скоро еще один обзор каталога. Но этот каталог, смотрите, он будет вот такой вот. Здесь будут цены на 20% скидка на весь ассортимент. Это очень интересный каталог. Этот каталог очень удобен для тех, кто хочет зарегистрироваться. В общем, кому интересно посмотреть этот обзор, познакомиться с ценами склада, так скажем, да, тоже дождитесь обязательно, скоро я вам покажу. Вот. И по этой же теме хочу еще раз вам напомнить, что можно зарегистрироваться в компанию, поменять свой обычный магазин на магазин Faberlic и заказывать, не выходя из дома, косметику со скидкой до
ну, я не знаю, там, до 70%. Но на первый заказ компания вам сделает скидку 20%. Сделайте и оплатите заказ на сумму 7500 в ценах каталога. С 29 по 18 сентября. И смотрите, какой подарок. И получите бонус всего лишь за 15 тенге набор косметики для дома. Все, бегу регистрироваться сам. Ну и вам того же советую. Ссылочка под этим видео на регистрацию. Регистрируйтесь и делайте покупки выгодно. Со скидкой, с подарками, с акциями и так далее. Друзья, ну у меня на этом все. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. И до встречи в следующем видео. Обязательно дождитесь обзор вот такого каталога для зарегистрированных покупателей. Всем пока-пока. Ой, чуть не снес штатив. Всем пока-пока.